зайшла ракета «Онікс». І ось це будинок вчених, це Бабиїв мост. Саме центр Одеси, он Катерининська площа, де ще нещодавно була ця Катерина Кровава. І от Російська імперія знову вдарила. Будинок вчених, пам'ятка архітектури національного значення, місце, в якому, там, я не знаю, для мільйонів важливо. Люди тут ходили, все дитинство ми тут ходили, і гості міста тут всі були, і весілля тут люди свої знімали. Подивіться, що вона робила, ця русня. Росіяне, знаєте, в чому загвоздка? Что вы стреляете по архитектуре, потому что для вас она не важна. По соборам, потому что вы не религиозные. А знаете, что вы бережете в Украине? Вы бережете там те вещи, например, ну как, не знаю, какие-то квартиры. Вы в них жить потом будете. Больницы, потому что вам должно, нужно что-то домой привезти, правильно? Какие-то там аппаратуру, инструменты, какие-то новые технологии. Вы стреляете потому, что вам не надо. Но то, что вы потом надеетесь потом прибрать к рукам, если вы придете вот в данный город, то вы это бережете. Понимаете? Вы стреляете потому, что доставать, не доставать это никому. Но если есть какой-то шанс прийти, вы это оставите, приберете к рукам. Не знаю, каким-то образом въедете там, не знаю, продадите потом, вырвете с, не знаю, с куском стены, чтобы отвезти потом туда. Вы пиздили, не знаю, солнечные батареи, зерно вы пиздили. Пиздили в том году зерно. Вывозили оборудование из больниц. Все, что там, не знаю, все, что вот можно вынуть. Тротуар вы пиздили, понимаете? Потому что да, вы стреляете, потому что, грубо говоря, это не ваше, да, и вам это не надо. Но если бы вы туда приехали, вы бы это не разбивали.